Следующие номинации. Солисты 11-15 лет. И слово для поздравления и церемонии награждения предоставляется начальнику управления корпоративной коммуникации «Газпромнефть Оренбург» Александру Сергеевичу Черкасову. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. От лица компании «Газпромнефть Оренбург» и генерального директора Ирика Атласовича Кобюкова позволю вас поздравить с таким замечательным, добрым и важным событием, как оказалось, не только в жизни района, но и все, что в жизни нашей области. Мы очень рады, что наш грантовый проект перерос вот в такой замечательный конкурс-фестиваль. Вот, я не знаю, но делать выбор так сложно мне было достаточно давно. То есть сегодня действительно выбор был очень сложный. Все, кто участвовал, все большие молодцы. Мы сегодня увидели, что наша молодежь талантлива, положительна, что может все и старается сделать все для того, чтобы развиваться и двигаться дальше. За это большое спасибо. Вот то, что грантовый проект до сих пор существует, в этом большая заслуга администрации района. Спасибо за это администрации района. Спасибо Николаевичу Смакшвайну, Юрию Геннадьевичу. Юрий Геннадьевич, вам спасибо. Александр Анатольевич, то же самое, вам большое спасибо. За то, что грантовый проект перерос в такой замечательный конкурс. Но самое большое спасибо всем участникам. Сегодня мы видели просто больших молодцов, талантов. Вам искренне большие аплодисменты. Александр Анатольевич, просто привести церемонию награждения. А сейчас прошу всех участников этой категории подняться на сцену под дружные аплодисменты. Категория 11-15 лет. Дипломом награждается Мария Чутых. Даниил Слонько. Жубаньязова Линара. Дипломом награждается Арина Евдокимова. Дипломом награждается Дарина Иванова. Дорогие друзья, почему вы не аплодируете? Почему же вы не аплодируете? Диплом награждается Дарья Мордикова. Диана Сергалеева получает диплом участника. Диплом вручается Маргарите Бурьяновой. Диплом награждается Виталина Эрга. Награждение победителей и финалисты 11-15 лет. Третье место. Дарья Визовик. А также Дмитрий Рязань. Они выделили третье место. Дарья Визовик. Дмитрий Рязань. Девушка. Ну что ж, награда найдет его Дмитрий обязательно перезадим. Продолжаем награждение. Полина Рахова. Итак, первое место занимает Елизавета Мелёбина. Дружные аплодисменты.